Привет, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о таком необычном и редком способе обработки, как эффект кракелюра. Для начала предлагаю заглянуть в Википедию и посмотреть, что такое кракелюр. Кракелюр – это трещина красочного слоя или лака в произведении живописи или любом другом лакокрасочном покрытии. Давайте посмотрим пример кракелюра на снимках. Вот такой интересный эффект, который сопровождает старинное искусство и делает его еще более ценным и раритетным. Есть такой замечательный плагин, который носит гордое название Redfield Fractalius. И с его помощью можно создать эффект кракелюра на любом вашем снимке. Но если грамотно использовать данный эффект, мы с вами получим ну просто невероятную резкость и детализацию. Для начала давайте установим с вами этот плагин, который вы можете скачать по ссылке под видео. И в скачанной папке находится инструкция по установке. Версия плагина, скажем так, пробная, но вполне рабочая. Скачиваете, устанавливаете, следуя рекомендациям, после чего этот плагин появится у вас в Photoshop, в меню «Фильтр» вместе с другими плагинами. У меня сейчас стоит версия Photoshop 2018 года. Redfield Fractalius отлично уживается с этой версией Photoshop, как и с ранними. Версии CC 2019 уже, к сожалению, не все бесплатные плагины работают, так что выводы делайте сами. У меня сейчас открыта фотография в Camera Raw. На базовой обработке мы с вами задерживаться не будем, этому у меня и так посвящено много видео. Единственное, на что советую обратить внимание, это настройка снимков бит. Вот здесь внизу, если вы работаете с RAW файлом в пространстве sRGB, у вас по умолчанию будет стоять 16 бит. Открываем меню и меняем на 8 бит, так как в 16 бит Redfield Fractalius работать не будет. Открываем фотографию в Photoshop. Делаем дубликат слоя и открываем плагин Redfield Fractalius. Давайте я вам покажу, что он умеет делать. Вот такие достаточно интересные метаморфозы происходят с изображением. Тут можно поэкспериментировать с различными настройками. Можно использовать уже установленные пресеты, можно создать собственные и получать достаточно интересные художественные решения. Вы наверняка видели такой эффект на снимках в интернете и не понимали, как это делается. А это делается при помощи Redfield Fractalius. Достаточно легко и просто. Потом сами поэкспериментируйте на досуге, а сейчас у нас речь пойдет о другом. Как вы помните, мы сегодня говорим об эффекте кракелюра и усилении резкости и детализации. Я достаточно долго экспериментировал с настройками этого плагина для того, чтобы применять его в архитектуре. И при определенных настройках Redfield Fractalius дает такой эффект, при котором все линии на снимке, абсолютно все, как бы дополнительно прорисовываются, как будто вы тонким карандашом дополнительно наложили графический рисунок на изображение. Что это дает? При увеличенном изображении мы видим эффект кракелюра, о котором я говорил в начале ролика. Но если изображение отдалить, уменьшить в нашем случае, то мы получаем с вами просто бомбическую резкость и детализацию, что делает снимок очень интересным. Давайте сейчас с вами обработаем вот эту фотографию. Это фреска Микеланджело, которая была создана знаменитым мастером на своде Сикстинской капеллы, находящейся на территории Ватикана. Съемка там запрещена, но я не смог удержаться. Хорошо, что на камере есть режим тихой съемки. Итак, делаем копию, открываем плагин. Я открываю свой пресет, а вы нажмите на паузу и заскриньте эти настройки, для того, чтобы сохранить их у себя. Применяю плагин, он работает не спеша, вам придется подождать, ну а я ускорю на видео. Теперь следующий, обязательный шаг, повысим немного резкость. Переходим в фильтр другое, High Pass, ползунок убираем в ноль и подбираем такую настройку, при которой проявятся контуры рисунка. Нажимаем ОК и меняем режим наложения на Overlay. Также можно делать режим наложения мягкий или жесткий свет. Эффект получается немного разный, для различных изображений можно попробовать применить разные режимы. Это уже как вам лично понравится. Давайте я скрою слой, нажму на глазик, немного увеличу изображение, чтобы эффект был наиболее заметен. И вот такое изображение у нас было, и такое мы получили. Давайте посмотрим, как этот плагин отработает на статуе Ангелы, который находится рядом с Пизанской падающей башней. Увеличим немного изображение. Этот снимок у меня уже обработан, смотрим. Вот такое изображение было, и такое стало после применения Redfield Fractalius.
Резкость и четкость просто невероятные. Смотрите, как прорисована каждая линия. Также этот плагин можно применять и в пейзажах. Давайте посмотрим вот на этот снимок. Такое изображение было до применения плагина, и такое стало после. Для создания более реалистичной картинки можно, например, убрать эффект с неба, оставив эффект плагина только на зданиях. Добавляем маску к слою, на который был применен эффект, и черной мягкой кистью убираем наложенный эффект с неба. Учтите, чем объекты на вашем снимке крупнее, тем больше заметен будет эффект кракелюра. А вот так данная обработка выглядит на архитектуре. Немного увеличу. Было до обработки, стало после. Если у вас в кадре находятся люди, то на них тоже ляжет эффект кракелюра. И если вы не хотите, чтобы этот эффект людей исказил, также добавляем маску и черной мягкой кистью убираем эффект с людей. Если вы считаете, что эффект сильно бросается в глаза, можно изменить непрозрачность слоя и выбрать то значение, которое будет вам по вкусу. На этом, друзья, все. Пробуйте, применяйте этот интересный эффект в своих работах, удивляйте своих зрителей. Удачи вам! Больше интересных сюжетов, лайков и подписчиков. До новых встреч!